В селе Иваношумахи Сергокалинского района полным ходом идет строительство детского сада на 35 мест. Работы идут ежедневно, полным ходом и с небольшим опережением графиков. Согласно проекту, реализацию которого планируют завершить к концу этого года, здание нового дошкольного учреждения будет соответствовать всем стандартам. Это будет современный, комфортный детский сад, где продумано все – от внешнего дизайна до внутреннего интерьера. Это радость для родителей и для нас. Потому что в Урпасаде Клизибра мы старались создать уют, но новое – это совсем другое. И спасибо, конечно, администрации, спасибо всем, кто помогает.